Осторожен, Номад. Впереди противник. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Помощь скоро будет. Номад, давай сюда! Максимум скорости. Давай, пошли за ацтеком. Пророк, я тут не один. Что у тебя, ацтек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. Но они близко. Секунду. Что-то... Ацтек, ответь! Матре Сантиссима! Ацтек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Пророк, помоги! Номад, шут, к нему! Живо! Ну! Черт! Что это? Номад, включи защиту. Никогда не знаешь, когда она пригодится. Боже, что же тут случилось? Ты слышал? Не нравится мне это. Черт! Сукин ты сын!
Ответь, что с Ацтеком? Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю, но сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно, воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет Ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет. Я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт. Никогда не привыкну. Адью, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номад, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк. Что за чертовщина? Максимум силы. Подожди-ка, впереди какое-то движение. Включи маскировку. Маскировка активирована. Корейский патруль. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Максимум скорости. Номад, только что пропала связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Максимум брони. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка.